из-за чего может оборваться жизнь разных знаков зодиака. Люди, рожденные под одним знаком зодиака, во многом схожи между собой. Иногда эта связь остается незамеченной, однако астрология может помочь раскрыть эту взаимосвязь. Чтобы понять, что может ожидать вас в будущем, достаточно обратиться к натальной карте и проанализировать ее с помощью астрологии. Таким образом, какие факторы могут повлиять на причины смерти разных знаков зодиака? В чем заключаются их жизненные ошибки? Овен, овны – представители зодиакального знака, которые обычно не отличаются излишней осторожностью, что может сказаться на их жизненном пути. Часто они подвергают себя травмам, что может привести к неожиданному завершению их жизненного пути. Телец. Тельцы, принадлежащие земному знаку зодиака, проявляют склонность избегать медицинских вмешательств, что часто ведет к экстренным обращениям и невозможности спасения. С годами возрастающая уязвимость к разнообразным заболеваниям становится характерной чертой для тельцов. Близнецы. У близнецов возникают трудности в управлении своими эмоциями, что может повлечь за собой риски и несчастные случаи, ставя их жизни под угрозу. Рак. Рак – знак зодиака с наиболее склонным к пессимизму характером, часто подвержен депрессии. Временами рак может ощущать желание избавиться от негативных переживаний в своей жизни, и к несчастью. Это может привести к серьезным последствиям. Лев. Львы, как правило, подвержены проблемам с сердцем. Для того, чтобы обеспечить более долгую и здоровую жизнь, львам стоит избегать частых конфликтов с окружающими. Дева. У представителей знака Девы наблюдается ослабленный иммунитет, несмотря на их склонность к долголетию. Одной из наиболее распространенных причин смерти у дев – это проблемы с кишечником или желудком. Весы. Представители знака Весы часто сталкиваются с проблемами почек. Кроме того, из-за своей склонности к слабоволию, весы иногда могут попадать в зависимость от алкоголя, что, разумеется, не приносит положительных результатов. Скорпион. Скорпионы – это динамичные индивидуумы, но иногда их постоянная активность может затмить заботы о здоровье. Основной причиной смертности скорпионов обычно являются онкологические заболевания. Стрелец. Стрельцы часто сталкиваются с трудностями, связанными с функцией печени и случаями переломов. Однако сознательный уход за своим здоровьем может помочь стрельцам избежать большей части этих проблем. Козерог. Козероги – еще одни представители знака зодиака, у которых часто наблюдается ослабленный иммунитет. Проблемы с избыточным весом и курением могут стать причинами фатальных исходов у представителей этого знака. Водолей – воздушный знак зодиака, который всегда погружен в размышления и переживания по поводу мелочей, которые другим кажутся незначительными. Этот склон к переживаниям может привести к болезням сердца у представителей водолея. Рыбы. Рыбы не могут вынести одиночество, это для них настоящее испытание. По этой причине рыбы могут обращаться к зависимостям от разных веществ и иногда рисковать своей жизнью, что может привести к неожиданному завершению их пути. Каждый знак зодиака обладает своими характерными чертами, которые могут повлиять на их здоровье и жизнеспособность. Отношение к здоровью и привычки, характерные для каждого знака, могут сказаться на долголетии и качестве жизни. Однако важно помнить, что астрология лишь один из аспектов нашей жизни, и реальное состояние здоровья зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни, питание и медицинскую заботу. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.